Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Михаил Топорков и программа «Советы бывалых». Всегда ставьте на ружье прицел в зависимости от той дистанции, на которую вы будете стрелять. Если я определился с этим стволом на дистанцию, сначала я с него стрелял на дистанцию 600 метров, но очень тяжело. Попадаешь, все, но это тебе охота, это тебе не стрельба по мишеням. Всегда подбирайте прицел адекватный той дистанции, куда вы будете стрелять. Не надо ставить мерседесовский движок на Запорожец. Я это делал вначале, но потом понял, что этого делать не надо. До свидания. С вами был Михаил Топорков и программа «Советы бывалых».